Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Иду потихонечку в поликлинику. И вот хотела вам показать. Смотрите, сделали нам какую аллею вдоль здания библиотеки. Здесь был тротуарчик, но его сделали вот таким широким. Все кругом заложили плиткой. Но сегодня метель-пурга в Москве. Вчера это было хорошо, солнышко, тепло, прям сердце радовалось. Весна. А сегодня ветерок, метель-пурга. Все в снегу. Ну, в общем-то, тоже когда-то надо. Вот вдоль здания поставили вот такие вот скульптуры. Несколько штук. И вот у меня такой вопрос. Сейчас скажу, какой вопрос. Интересно мне, кто-то ходит в библиотеку? Кто-то сейчас в наш реактивный век читает книжки? Или больше смотрит YouTube? Телевизор-то мало кто смотрит, это понятно. Этот зомби-ящик уже смотреть в нем нечего. Многие, конечно, уже в YouTube, потому как посмотришь... Все в Ютубе. Даже и сама. Телевизор включать уже не хочется. Новости и все программы. И, в общем-то, все уже неинтересное. Вот мне лично читать книги некогда. У меня большая семья. Дети, внуки. Мама больная, 80 лет. И сама вот иду в поликлинику. Сделали УЗИ. Тромбоз в ноге. Вот иду потихонечку. Назначили лечение, но что-то мало что помогает. В общем, решили еще контрольный УЗИ. И вот я иду мимо библиотеки. Ее так у нас здесь хорошо сделали, отремонтировали, кругом все озеленили. Просто надо еще летом будет показать. Я вот иду и думаю. Интересно, читают книги? Отзовитесь. Читаете книги, ходите в библиотеку. Какие книги читаете, что интересно. У меня сестра двоюродная, она целыми мешками таскает домой книги и ходит в читальный зал читать. Ушла, говорит, из дома, но она уже на пенсии. Ушла из дома, отдохнула, почитала, погуляла и пришла. Вот есть среди наших подписчиков, друзей такие читающие люди. Вот такая вот у нас здесь библиотека. Кругом скамеечки, мусорки. Так все сделано хорошо. Все красиво. Летом, конечно, здесь хорошо. Здесь все освещено. Вот фонари вот такие стоят. Вся улица, вся аллея это освещена. Вот такие скульптуры. Скамейки. Вот. Я так думаю, что это Толстой такой. А, это, наверное, Пушкин. Пушкин кудрявый. Вот несколько таких скульптур. Вот еще одна скульптура.
А здесь вот уже повесили Достоевский. Не было опознавательных знаков. Вот. Копия скульптуры Достоевский. Вот так вот. Вот сегодня какая в Москве погода. Метель, пурга. Вот здесь, сейчас покажу, вход в детскую библиотеку. Вот здесь елочка. Вот. Библиотека. Ну, какая красота. Здесь вот остановка автобусная. Вот. Еще покажу вам. Вот так. Ну все, пойду дальше. Все, всем пока.